Здравствуйте, Константин Иванович. Я от Сергея Георгиевича из Москвы. Добрый день. Как устроились? Да спасибо, устроился. Надо повидаться. Ну так подъезжайте ко мне. А в городе вы не будете? Так. Ну так сразу ко мне домой тогда, к вечеру. Запишите адрес. Я его знаю. Прошу. Чай, молоко или что-нибудь запрещенное? Да нет, спасибо. Извините, ваши документы. И вот. Письмо генерала. Я почти не знаю подробностей. Ну, например, почему Евстифеев оказался именно в этой группе? Не ведаю. Евстифеев включался в группы по перевозке денег по своему усмотрению. Он обладал правом автономии. Впрочем, так же, как и вы. Со мной он встречался редко, а в тот день он не застал меня в управлении. А к дежурному пришел крайне возбужденный. Бросил только что, кажется, понял, с кем мы имеем дело. Это было за час до нападения. У вас были засады? Исходя из первого июльского нападения, на перевозках в тихих, малолюдных местах. А Евстифеев эти засады не пошел. А пошел с группой, вывозившей деньги из торгового центра. То есть в самом людном месте. И угадал. И напоролся на пули. С первого раза мы все здесь фактически на осадном положении. Люди без отпусков. Предельная готовность. Преступная группа в городе. Каково, по-вашему? А тут погибает московский специалист. Кто виноват? Семенцов не уберег. Он просидел здесь 3 месяца. А чем занимался? Я не знаю. Расскажите о нападении. Ну, это те же люди, что и в тот раз. 3. А вот 4-й за рулем. Правда, машина была другая. Синий москвич. При первом нападении тоже москвич? Да, но желтый. А что значит медленный? Медлительный. Малоподвижно. А почему в шапочке? Первый раз он тоже был в шапочке. А было очень жарко. 2 инкассатора и Евстифея вышли вот из этой двери и пошли к машине. Людей было много, и поэтому бандиты смогли подойти близко и стреляли почти в упор. Инкассаторы были ранены, а сумку с выручкой взял Длинный. Но в это время Евстифеев бросился к стене, он сделал отсюда вот один выстрел. Длинный упал, сумка довольно далеко отлетела. А в это время главарь буквально расстрелял Евстифеева. Сделал 5 выстрелов, шел на него и стрелял уже в упавшего. По экспертизе, 4 ранения из 5 у Евстифеева были смертельны. Он мог не стрелять после первого. А этот тип тратит время на 4 выстрела, вместо того, чтобы подойти и взять сумку. Как объясняете, Константин Иванович? Да черт его знает. Психопат, садист. Не знаю. Вот, между прочим, инкассаторов стреляет хладнокровно и точно. Прямо в руки. Да. А маски те же, что и в первом нападении? Да, но, естественно, в толпе они шли без масок, надели в последнюю очередь, а вот когда, свидетели не видели, поэтому лиц их не запомнили. У Евстифеева с собой был блокнот? Евстифеев интересовался связью с банком, так? Да так-то оно так, но все работники банка вне подозрения. Насколько вероятно, что они уже уехали из города? Маловероятно. После нападения все дороги, аэропорты, вокзалы, порты были перекрыты минут через 10, ну 20. Угонов машин в тот день не было. А потом у них был раненый.
Да нет, маловероятно. Да и потом, денег они в этот раз не взяли. Да, и вот это. Ателье на Морской. Сегодня магнитный день. Ателье как раз напротив входа в банк. А что вот это за магнитные дела? Он, может быть, записал болтовню в очереди, когда ждал примерки. Он там заказал брюки. Вот квитанция. Брюки еще не готовы. Общежитие пищетеха. А Бодко Полина Николаевна работает вахтершей давно. Вот этим значком ФИ. Евстифеев отмечает. Отмечал. Все самое главное, что он узнал. А что такое бород? Ну, может, борода. Непонятно. Так же, как и ст. А вот это КБ. Ну, тут много вариантов. А вы? Вы давно знали Евстифеева? Я займусь этим блокнотом, Константин Иванович. Евстифеев прошел какой-то путь. Ведь что-то же вывело его на это общежитие. Он что-то важное там узнал. С Евстифеевым мы дружили с детства. Да. Вы намерены включиться в нашу работу? Да нет, я буду работать отдельно. Не возражаю. У меня к вам две просьбы. Вы не могли бы выделить мне одного сотрудника для связи где-нибудь в городе? Могу, а вторая? Я мог бы встречаться с вами при необходимости вечером в городе, ну, где-нибудь в машине. Уж не боитесь ли вы, что квартира начальника розыска обложена как берлога? Да нет, я так не думаю. Но мы же с вами знаем, как случайная встреча может разрушить налаженную операцию. Чемоданчик мой сдайте, пожалуйста, в сейф. Дежурному. Константин Иванович, разрешите мне взять вот эту фотографию? Все-таки темные люди, темные люди. У вас же джинсов, конечно, воображение не поднимается. А что? Вот смотри, что носит настоящий мужчина сегодня. Брюки. Шили брюки носят, да? Но какие? Так сюда. Брюки, сшитые у выдающегося портного. Ух ты! Посмотри. Вот линия, вот силуэт. Это классический вариант, понимаешь? Ну да, действительно линия. Леш, а что это у тебя материал-то? Спросили меня. Смотри. Это искра, понимаешь? Искра. Какая искра? А, ну какая-то зеленая. Искра какая? Какая искра? Жень, пошли к блинам. Ты печешь, я салат делаю. Угу. Пошли. Конечно, Володя, советовать нельзя. Но вообще-то надо рвать. А говоришь, нельзя советовать? Нет, ну мне так кажется. Я даже уверен. Ты лучше расскажи, чего в футболе нового? Простить себе не могу, что тебя с ней познакомил. До сих пор головная боль. Да ладно ты, Лёшка. Ты-то тут при чем? Не переживай. А я посмотрю свет в окне. Я думала, Петрушин из севера вернулись. Да нет, это я снял квартиру. Вы не здешний? Московские мы. Командировочный. Ну? Ой, извините, что я спрашиваю. Вчера смотрю, свет горит. Я даже испугалась. Я тут лечиться приехал. Дали мне адрес травника одного. Thank you.
Ильин? Лейтенант Лозовая. А по имени? Светлана Сергеевна. Красиво звучит. Хотя обычно в УГРО амазонок не бывает. Вы знаете, я к вам не рвалась. Меня назначили, потому что у нас заменяют друг друга. Вы не обижаетесь, не надо. Вам придется тратить время, изучать дело. А я уже изучила, потому что давно нахожусь в контакте с товарищем подполковником. Ну и что нового по делу, Светлана Сергеевна? Идет работа. Так, значит, ничего нового. Ну почему же? Отрабатываются версии. Светлана Сергеевна, вы знаете что, давайте будем говорить как-нибудь по-человечески. Я же приехал сюда не для того, чтобы ущемить ваш УВД. Я не понимаю. Я же приехал вам помочь. Я не понимаю, что должна говорить как-то иначе? Я на работе. Кто староста в общежитии пищевого техникума? Там нет старосты. Мне необходимо, чтобы вахтер Шабатко из общежития на Плеханова тщательно опросили вот по этому вопроснику. Это возможно? Какие сложные задачи. Просим силы. Я вас буду звать Светланой. Я должна вам сказать, что у нас в УВД существуют определенные правила. Звание и фамилия на работе. Ты крутишься? Четвертый месяц. На днях я их возьму, товарищ генерал. На днях? Не можешь точно, не рапортуй. Москвич мешает? Да, не очень, но портит картину. А что ж ты хочешь? Сам бы быстро справился. Москва помощников не присылала. А теперь надо справиться со самим. Понял? Так точно, товарищ генерал. Перестройка? Да. Перестройка. Но отчетность никто не отменял. Учти, на твоем рапорте все основано. И мой рапорт и выше. А если область рапортует, она, брат, не ошибается. Это я знаю, товарищ генерал. Ну вот и действуй. Действуй. В банке 24 человека. Все. Простите, товарищ майор. Наверное, существует определенная методика, но просто до нас она еще не дошла. Вот так посмотреть на человека и сразу установить преступника. Вы, наверное, уже знаете, кто. Нет, не знаю. Мне надо их посмотреть на всякий случай. А вот встреть я этого кассира в общежитии на Плеханова, и он сразу станет для нас куда интереснее. А если не встретите? Меня учили не надеяться на случай. Ну ладно. Что у нас в загашнике? Ободко. Полина Николаевна. Дежурное общежитие на Плеханова. Вы когда-нибудь встречали этого человека? Да. Так он ведь документ показал. Ваш он вроде. А о чем он спрашивал? Так вот, насчет стеллажей спрашивал. Бывает, говорит, когда кто чужой за письмами приходит. А случайно кануне был. Вижу, один быстро так вошел и сразу к стеллажу. Я его окликнула. А он говорит, мне здесь письмо оставили. Я говорю, кто это оставил? Он говорит, Витя. И так нахально говорит, взял письмо и быстро в дверь. Но я же не побегу за ним, у меня пост. А еще спросил, какие у него уши. Я говорю, нормальные. А потом вспомнила, что ушей-то у нее и не видела. На нем шапочка была, такая, как сейчас все носят. Он натянул прям до шеи. И ни ушей, ничего. Вот он что нащупал. Он связь нашел. Человек из банка присылает письмо в общежитие на условную фамилию, скажем. А на следующий день кто-нибудь из преступников приходится письмом, они не контактируют. Но я привыкла думать, что в нашем деле нужна
Холодная голова. Да голова-то может быть холодная, а вот душа. Вот что подсказывает логика, если вы одна против трех отменных стрелков? Уйти от преследования, переждать и организовать погоню, так? Ну, в общем, да, что дает моя смерть. Евстифеев бросился к стене, чтобы отвлечь огонь на себя. Погибла женщина, но они могли положить нескольких. Их пули Леша принял на себя. Нашел связь. Лейтенант Лозовая мне доложила. Да, похоже, эта записная книжка вам кое-что дала. А насчет связи я сомневаюсь. Сомнительных людей в банке нет. Ну, значит, из окружения банка. Кто? Ну, я не знаю. Лозовую надо направить работать в общежитие. И мне нужны двое. Используйте Лозовую, других людей у меня нет. Когда освободятся, подкину. Если понадобится, конечно. И учтите, мы работаем по другим версиям. Я учел. Поэтому и занимаюсь другими. Ну и погодка. Сегодня магнитный день. Вчера был. Вопросы будут? Нет. Правильно. Вопросы будут у меня, но не к вам. Мне поручено пошептаться с шефом и без свидетелей. Это вряд ли. Ну, тогда дел не будет. Ну, как знаешь. Пошли, завтра, 12. Я заеду. Куда? Я буду ждать у почтамта. Он сейчас свернет. Не накопим на него. Знаю, знаю. Третий и пятый объект подошел к бассейну. Продолжаю наблюдение. Раздевайся.
вы по суше не могли найти место для разговора? Вы откуда? Откуда вы? Я из Москвы. Большая Москва. Все мы из Москвы. Он молчит. Он меня пугает. Они приезжают, чтобы проверять меня. А кто рискует? Рискую я. Я не понимаю, когда они начнут доверять мне. Вы от Эдика? От Эдика я же вижу, но... Я так не люблю! Я отказываюсь! Товар с вами? Нет. Ну, мне это нравится, спасибо. Сколько раз я говорил. Одна встреча, одна случайная встреча. Один раз случайно встретились, передали пакетик и все. Так нет, они приезжают сюда проверять меня. Да я отказываюсь работать в таких условиях. Они уехали на москвиче, товарищ майор. Мы выясняем их. Да это шуты гороховые. Получится. Даже по приказу товарища подполковника. Как-то вы купальничек предусмотрели. А когда возник бассейн, то товарищ подполковник приказал сбегать. В раю вместо фигового листа вы будете погон носить? Не ваше дело, что я буду там носить. Это мелкий жулик, их босс. Валютчик, фарцовщик. Они все на примете у наших коллег. Все трое. Кстати, вами тоже заинтересовались? Да, Евстифеев понял, что это не тот след. И не пошел по нему. В общем, тупик. Да, выглядел я тогда глупо. Что есть, то есть. Ну, ничего. Займусь главной версией Евстифеева. Есть такая? Да. В день нападения в общежитии он что-то важное узнал. Узнал, кого он встретит. Ну, я тоже знаю. Знаю, кого возьму по делу. А вы кого будете брать в общежитии? Могу подкинуть вам двоих. Годится? Благодарю. Ну, значит, все к лучшему. Так вот вы где работаете-то. А чё ж пусто-то так? Да мы же закрываемся. Понятно. Зато у меня дома. Что? Сосиски есть молочные. Да. Зайдете по-соседски? Да ничего. Я вон сырков куплю, плавленых. С макаронами, отличная еда. С вашим-то здоровьем. Ну что, травник-то вас лечит? Вовсю. А у меня полковник есть знакомый. Он говорит, в нашем городе два травника. И оба старушки. Я вашему полковнику адресок дам. Подлечиться. Ой, ой, ой. Мы старались, может быть, глубже поэтому смотреть на то, что происходит вокруг нас. Нас интересовало бы, может, больше, чем раньше, связь с науки. Ставропигия. Монастырь, независимый от местной епархии. Я думаю, что это не случайно. Сегодня, может, больше, чем когда бы то ни было. Нам важно понять, что на
Вот так, Сергей Петрович. Нахожусь я, стало быть, в гнездышке Ставропигии. Но сколько нам открытий чудных. Готовит просвещение дух. Староста мимо. Да-да. И не пытайтесь возражать, Сергей Петрович. КБ все-таки кассир банка. Ну и, конечно, Красный Бор. Я вот дачу ищу, чтоб с видом на море, отдельный вход, ну и не больше 200 ре за месяц. Есть такая? Есть. Где? На берегу Ледовитого океана. Да нет, мне к солнышку хочется. А я смотрю, у вас здесь все есть. И яма, и малярка, да? Есть, все есть. А сушилка есть? А тебе что нужно? Дачу или сушилку? Да все сразу. Ты не расстраивайся. Хозяйка-то дрянь.
спешили. Вот транзистор оставили и чулочек. Свидетели говорили, что на них были черные маски. Да трудно отличить черный от серого, не красный же. Ты еще скажи, не зеленые. В общем, вечером в шоссе кто-то заметил свет в сарае. Участковый узнал только утром, а те ушли ночью, лесом. Ну что? Собака след не берет. Посыпали, видимо, табаком. Ты упустил тех самых людей, понятно тебе? Да здесь они где-то. Уехать-то им было не на чем. В Пантелеевке где-то. Где-то. Кровь из носа взять. Здравствуйте. А у меня вам подарок. И просьба, ну как хотите. Возьмите щенка, а? Посмотрите, какая симпатичная собачка. Не надо мне никаких собак. Вам кого? Где у вас здесь Светка? Габа? А? Ну, Светка у вас здесь есть. Новенькая такая. Где она? А вы кто ей будете? Кто, я-то? Ну. Я ее друг. Но вы не думаете, что она какая-нибудь такая? Нет. Она доверяет мне свою, можно сказать, дружбу. Эй, Света! Иди сюда. Ой, болит без тебя сердце, болит. Не доживу до вечера. Ну, быстрее, быстрее реагируйте. Да нужен ты мне. А что такая неласковая? Как бы тебя в рассоле подержали. С этим надо разобраться в отдельном помещении. А ну, пошли, пошли. Но! Еще чего? Спокойно, бабуль, спокойно. Я границ в служебном помещении не перехожу. Ой, да я вас вообще не понимаю. Да ладно, чего там? Почему подполковник не звонит? Меня с ним не соединяют. Так он на операции. А. Вы меня простите, пожалуйста, товарищ майор. У меня вырвалось. Ну, бьешь, значит, любишь. Я ведь чего пришел? Там надо собачку пристроить. Такая хорошая псинка. Я не понимаю, это что, кот? Да нет, я правду говорю. Возьми щенка. Вы зачем пришли? Как зачем? Ну, тебя посмотреть. Порыл слопотать. Ну, извините, пожалуйста. Нет, я серьезно говорю. Надо собачку пристроить. Все поняла, бабка. Ты слово дал, я верю. Мальчонку моего не затронешь. Ну, обещал же. Мальчонки, это пятый десяток. Ну, а флягу и аппарат, конечно, заберем, сама понимаешь. Ну? А, аппарат. Аппарат-то. Давай, давай. Слышь, Григорьевич, я сегодня шла мимо автобазы. Там приехал один. Судя по всему, не наш, милицейский. Расспрашивал. На почте я. Со своими хочу поговорить. Вызвала Мелитополь. Ha ha ha!
раскручивай, где раненый. По дороге раскручивай. Черт. Вот, пытался выбросить. Тот. Прокуратура ими завтра займется, а мы этих за ночь сделаем. Ну, что скажешь, а? Статью не докажешь, начальник. Ничего я не знал. Все, я тебе докажу. Поехали. Вот и все, что я о нем знаю. Вот видишь, какие дела-то. Время идет. Письмо не пришло. Зарплата прошла. Скоро следующее. А может, мы проживем с тобой здесь месяц, и ничего не случится, а? А случится где-то без меня. В другом месте. А? Слушаю вас. Ну что, я могу еще вам подбросить людей? Человека 4. 5. Хватит? Вы взяли их? Четверых? Троих. Много насчитали. Раненого с ними не было? Ну, конечно. Его зарыли. А где человек из банка? Не существует такого. Я взял троих. Все. Дело закончено. Здравствуйте. Здравствуйте. Клавдия Петровна дома? Я ее внук. А, проходите, пожалуйста. Но она лежит. У нее был гипертонический криз. Проходите. Баба Клава. В связи с обвинениями ее Вашингтоном в поощрении... Это я. Волочка, что ли? Mm-hmm. Что ж это ты, парень, не по-светски? Не позвонил. Может, я не принимаю сегодня? Ой, ой, ой. Ну-ка, покажись. Выглядишь мужчиной. Mm-hmm. Твоя мать всегда так хлопотала возле тебя, что я думала, вырастешь неженкой. Она мне давно не писала. Как она? Ничего, здорово. Моя невестка меня терпеть не может. Весьма взаимно, кстати. Тебе чего-нибудь нужно? Лекарств, продуктов? Нет, мне Маша помогает. На родственников мне не везло. Зато удивительно везло на соседей. Женись. Чистое золото. Хорошо. Сейчас. Как у тебя с Женей? Мать что-то путано писала. С Женей? Ничего. Она вышла замуж. Давно. Все-таки недотепа ты. На тебе ведь фамилия кончается. Не забывай. Да, Клав. Может, мама приедет к тебе? Поможет. Нет, она меня съест, как та красная шапочка из анекдота, которая бабушка съела. Но ты всегда все преувеличиваешь. А я люблю преувеличивать. Все кажется крупнее.
ты уверен, что это они? Учти, дело-то серьезное. Я уверен, товарищ генерал. Я рапортую, преступную группу мы взяли. Следствие идет. Колется, колется. Мы их раскрутим. Ну, конечно, товарищ генерал, можете докладывать обкому. Я отвечаю. Слушаюсь. Уже доложил? Ну? Поторопился. Эта пушка не тянет. Пистолет отстреляли, у него давний дефект патронника. В июле стреляли из другого. А этот откуда взялся? Говорит, принесли починить. Дескать, иногда перерабатывал. Да мало ли, что он говорит. Я тут, знаешь, сколько понаслушался. Черт. Кстати, все они наркоманы. Прокуратура что, собирается мою работу похерить? Этот маленький, суетный, говорит, в те дни в июле лежал в больнице. Я проверял. Больничный был. Значит, пушка не тянет, других нет. А группа разваливается. Так выходит, что? Не те. А я из прокуратуру отрапортовал. Да я не против. Когда мы друг друга не понимали? Дело надо подкреплять. Ну что ж, будем работать. Но мне пора. Долго пробудешь здесь? Завтра в Москву. Ну, спасибо, что зашел. Спасибо. Я так рад был тебя видеть. Ты у меня один. Спасибо вам за нее. Он в отца. Тот тоже много улыбался, если дела были плохи. Вы говорили, он юрист? Мало ли, что я говорила. Он милиционер. Господи, сбереги его. Нет, нет, не спала я с ним. Не спала. А встречала, встречала. Его. Вот так вот прошел. Угу. В магазин ушел. Черно на морду нацепил и стрелять. А я вот так вот стояла. Да не было меня там. Не было. Да и дура у меня нет. Не было, понимаешь, не было. Видела, видела. Стрелял. Видела. Видела. Иди, иди. Кура. Ну вот видишь, все тебя видели. И другие. Я тебе их покажу. Дай закурить. Пока сиди дома, если понадобишься. Поняла? Значит, пиши так. Я ничего не помню. Сколько раз и зачем стрелял в Вохровца? Повторяю. Зачем и сколько раз стрелял в Вохровце? У меня сильно болела голова. И я ничего не помню. Меня там не было. А все говорят, что был. Да.
Да ты не бойся. Доктора у нас хорошие, поставят на ноги, подлечат. А до суда дело не дойдет. Пару лет посидишь в психушке и все. Не было меня там. Вот здесь у меня промедол. Подпишешь, потом уколю. Меня там не было. Не было. Ну что, опять по новой? Поздравляю, товарищ подполковник. Чисто взяли. А как насчет четвертого? Раскололи? Все от работы. Билет вам возьмут. Ну что, будем прощаться? Мне остается только поговорить с этим человеком. А зачем? Он сознался. Дело ясно. Ну, я хотя бы посижу на допросе, посмотрю на него. Вот кого возьмете, с тем и разговариваете. А этого взял я. Но, Константин Иванович, этот человек убил моего друга. Да он сумасшедший. Ну ладно. Поглядите только в глазок. Выстрелы у магазина теоретически я мог слышать. Стоп! Теоретически. Опять сначала? Ну, если надо услышать выстрелы. Что значит надо? Ты будешь говорить правду. Только правду, что видел у торгового центра этого человека, который надел маску и начал стрелять. Так, посылаю мясокомбинат на расследование. Мясокомбинат вам не раскусить. В эту сферу и не залезайте. Сами понимаете, тут другое дело. С этим я вам помогу. Этого, считайте, видел, опознал у центра. Но если ты в суде откажешься, прихлопну твой антиквариат. Вот это я и имею в виду. Договорились. 13-й. Медленный. И шапочка. Шапочка. При чем здесь шапочка?
Стой! Пошли. Вонючий! Ты запомнишь кота, сука! Не боись, я тебя достану! Кот утонул при побеге из колонии. Пока тело не увижу, не поверю. Козёл! Ты запомнишь кота! Пока тело не увижу, не поверю. Кот. Кот. Бород. Бород. Бородулин. Его фамилия Бородулин. И шапочка, чтобы исковерканное ухо было не видно, натянута. Сходится. И встретились они у торгового центра. И выстрелил 5 раз Бородулин. Майор Равнин, мне нужна из архива фотография преступника по кличке Кот. Его фамилия Бородулин. Чем сказал камень привязать? Проволокой. Привет, тетя Поля. Как спалось-то? Явился. А где Светка-то моя? Это тебе лучше знать. Довел. Уволилась она вчера. Как уволилась? А вот так-то. А, хорошо. Вот дают. А вот теперь тебе тут нечего. Вертеться. Надо, тетя Поля. В этом надо разобраться. Уволилась. Я увольняться ей велел? Знаю, ваше. Нет, так дело дальше не пойдет. Тетя Поля. Ай. А вот я на третьем курсе всех знаю. Вот Пурхов, разве он на третьем? Он же, по-моему, на втором. На каком втором? Никаких там Пурховых нету. Ну вот, посмотрите. Адрес наш. Ну. Но никакого Пурхова я там не знаю. Положь на место. О, родненькая моя. Привет. Здорово. Здравствуйте. Курочка моя, пёстенькая. Здравствуйте. Я вам уже 3 раза звонила. Вчера мне велели отсюда уволиться. А разве он не звонил, товарищ подполковник? Да нет, не звонил. Ладно. Там на стеллаже интересное письмо. Это раз. Фотография Бородулина у вас? Да. Умница. По всем правилам. Опознание 3 человек. Вы что, издеваетесь, товарищ майор? Шутка. Так, со стеллажа глаз не спускать. По числам, сегодня-завтра, самое подходящее время. Да я сейчас возьму, распечатаю, над паром перепишу. Ни в коем случае. Сначала разрешение прокурора, потом вскрытие. Ой, да подполковник все уладит. Нет. Это вы к кому? За ним, хвост, быстро, пух! Нет, оперативников сняли. Он меня запомнил. А за письмом придут? Да нет, конечно. Но на всякий случай нужно следить. Угу. Полина Николаевна, вы меня простите, пожалуйста, за мистификацию. Я сотрудник МВД. На. Да.
Вот мое удостоверение. Что, не похож? Нет, похож. То это ты, вы, а Светка? Теперь я вам покажу фотографии нескольких людей. Кого-нибудь из них вы видели, Полина Николаевна? Вот, в шапочке. Точно. Видел я его. Вначале он возле нашей тачки вертелся, потом собаку отыскал. А сейчас возле письма крутится. Значит, не взял письма. Легавый он. Как возьмешь-то? Ты что, еле ноги унес. Надо скорее коту объяснить все и рвать когти отсюда. Не взял письмо. Кот, надо рвать. Я тут объяснил. Правильно сделал, что письмо не взял. Сейчас Рыжего надо брать с работы. Рвать надо, кот. Не знаю пока. С Рыжим познакомишься, он четвертым пойдет. Найди его. Рад вас видеть. У вас труп. Утопленник? Да, по описаниям похож на Длинного. Ранение в легкое, пуля не задела сердце. После ранения, предположительно, прожил 5 дней. Пулю нашли? Из пистолета Евстифеева. К ногам был привязан капроновой веревкой груз. Шторм, конечно, разболтал завязку. А в картотеке он есть? Не установить. Пальцы рук сожжены кислотой, особые приметы на теле тоже. Ну, это первое. Второе. По почте пришло письмо. Пурхову ВП. Витя, привет. Рад сообщить, что могу встретить тебя с Машей 20-го в 4 дня на проходной пролетарии. Если тебе не нравится пролетарий, в тот же день и час подходи с ней к судостроителю. С приветом, любящий тебя, Вася. Это фотокопия. С Машей это значит с машиной. Зарплата 20-го, следовательно, завтра. Значит, человек из банка есть. Это вы правильно вычислили. Из банды он был связан через письмо, без обратной связи. Да. Мое предположение. Поищите под банком в кабелях. Подключались кабели, чтобы прослушивать переговоры с банком? Да. Какого-то рыжего монтера я видел в ателье. Но это мое предположение. Спасибо. Использую. Значит, письмо он послал впустую? Не знал, что мы взяли троих. Да вы взяли других. Сегодня один. Приходил за письмом. Чушь. Вахтерша опознала по фотографии Бородулина. Это он приходил тогда за письмом. Он носит низко натянутую шапочку, потому что 5 лет назад, во время захвата, ему повредили ухо. Евстифей был внедрен в окружение Бородулина и тем самым обеспечил успех всей операции. Бородулин стрелял здесь в Евстифеева 5 раз. Он ему мстил. Да какой Бородулин? Он утонул, когда бежал из лагеря. Но тело не нашли. Он продолжает убивать и готов напасть завтра. Да ерунда. Кто хотел взять письмо? Кто он такой? Да ничего он не хотел брать и не взял, и не было. Никакого Бородулина. Вот есть трое преступников, и они сидят здесь. Все трое! Трое, которых вы взяли, совсем другие люди. Не бейте их больше. Майор. Здравствуйте. Я бы хотела проводить вас в аэропорт. Это вам подполковник приказал? Нет, это собственная инициатива. Вы собрались, может быть, вам помочь? Да нет, помогите лучше собачку пристроить. Я не понимаю. Вот ваш билет. Светлана, передайте сегодня же подполковнику. Завтра на весь день мне нужна оперативная машина.
пришлите сюда, к дому. Так вы что, не едете? Ну, уговора с подполковником не было. Случайно не поняли друг друга. Виноват. В общем-то, я рад, что вы остаетесь. Я тоже. Я привыкла к вам. Делать-то буду. Слушай, знаешь что, а не отправиться ли тебе в Москву, а? Вдвоем и полетим. Ну, скажем, послезавтра, а? На пенсию. Машина рабочая. Замчу с ветерком. Ага. С горки, если подтолкну. Бензина не заливал. Дают в обрез. Букет, букет. Я 17-й. Как слышите? Вас слышу. Отдыхай. Я 17-й, третий. Я слушаю, 17-й. Анализ личности Бородулина позволяет ожидать, что нападение будет сегодня. Работа вокруг банка что-нибудь дает? Да. На телефонном кабеле между банком и ателье обнаружены следы подключения. Кислов, это монтер, на работу сегодня не вышел, дома его тоже нет. Как поняли? Вас понял. Этот монтер сам рассказал письмо Бородулину, и они попробуют в другом месте. Какие еще перевозки без радиоконтроля? Пустое дело. Мелкие перевозки. И спецперевозка в аэропорт в 3 часа. Но там инкассаторы опытные. В городе идет нормальная работа. И она нормально закончится. Тело не увижу, не поверю. Пока тело не увижу, не поверю. Он смелый, он
Он отчаянно смелый. Пока тело не увижу, не поверю. Он смелый. Он отчаянно смелый. Не взял сберкассу, но не ушел из города. Сорвалось с другой сберкассой. Через 5 дней. Взял в центре. Под носом у милиции, которая его не ждала. Пока своего не добьется, он из города не уйдет. Я подстрахую спецперевозку в аэропорт. Не возражаю. Они выехали минут 15 назад. Как выехали? Вы же сказали в 3. Вы, вероятно, там решили ускорить. А, черт. Инкассаторские сумки. Сумки взяли. Сами обнаружили аварию. Шофер такси. А где он? В будке сидит. Срочно его сюда. 10-й, 14-й вызывает. Серега, шофер такси у тебя. Давай его сюда. Потерпи. Сейчас будет скорая. Сколько их было? Видел, куда они скрылись? К аэропорту? К развилке? Песочная восьмерка. В сторону от города. Вы видели столкновение? Видел. Я еще хотел остановиться. А потом гляжу, там люди, они из фургона вышли. Ну, я и рванул на пост. Предупредить, да скорую вызвать. Сколько там было людей? Трое, а может, 4. Да я на скорости шел. Когда это произошло? 20. У развилки машину видели? Видел. Какая? Жигули восьмерка. Такая песочная. Она еще передком вот так стояла. Букет, букет. Я 17-й оперативный. По показаниям свидетелей и потерпевших, минут 30 назад на аэропортовском шоссе произошло разбойное нападение на машину инкассаторов. 3 или 4 преступников похитили сумки с деньгами и скрылись, возможно, на машине Жигули. 8-й модели. В сторону от города. Дальше на связи сами. И держите место. А я? Так. Его тоже держите. Из милиции, ваши документы. Коля. Сейчас я все расскажу. Вы знаете, я... Я не понял, это ваша машина? Нет, я остановился отрегулировать зажигание.
Они подъехали сзади, достали пистолет, сказали, мы из милиции. Потом нас пересадили в вот эту машину, 10 минут велели ждать, потом ехать прямо. А сами уехали на нашей машине. Куда, вперед? Я тебе с самого начала говорила, Коля, что они не из милиции. Так откуда я знал? У них же пистолет. Со мной ребенок. Сколько их было? Четверо. Четверо. А ваша? Какая ваша машина? Желтая Нива. Номер? 1605. Стойте здесь, не выходите из машины. Да. Хорошо. Мама, я пить хочу. Где я тебе возьму попить? Все же там, все же, машину же угнали. Ну что ты не понимаешь? Не надо кричать на ребенка. Желтая Нива номер 1605 проезжала? Желтая Нива проезжала, но номер смотреть приказа не было. Сколько человек в машине? Полная. Пятеро? Нет, четверо. Куда поехали? По Московскому. Свяжитесь с третьим. Сообщите, 17-й его не слышит. Передайте, преследую преступников по Московскому. Они едут в Желтой Ниве номер 1605. Понял. Преступников пока не обнаружил. Москвиче уходят на полной скорости. Иду на задержание. Не рискуйте, мы на подходе. Довольно долго подходите. Сопротивление!
Вы блокированы! Не заденьте машину! Она тебе не пригодится! Тебе здесь конец пришел! Ты понял, кот? У него один патрон остался. Господи, в самом деле. О, Боже, и ты здесь. Ну, ладно.